Дорогие мои, так, все из этих четырех... Ой. Наверное, ты хочешь что-то сказать, а мне не что сказать. Я должен кое-что сказать. Я просто прочту свой сценарий. Уверен, мы первые артисты, которые выиграли сразу в четырех номинациях Global V-Live Top 10, что означает, что армия оказали нам невероятную поддержку, правда, Шуга? Да, действительно, BTS выиграли сегодня 4 награды. Это означает, что мы, например, невероятно тяжело работали в этом году. Чтобы отпраздновать и вознаградить друг друга, давайте подарим друг другу собственные награды. С кем он? Самонаграждение. Нам сказали сделать эту штуку с человеком по соседству. Как насчет того, чтобы сделать тем, кем ты хочешь? С тем, кого сам выберешь, ага. Ну тогда кто там может остаться ни с чем? Ну тогда этому человеку стоит работать поусерднее. Да, пусть пашет лучше в 2019-м. Будет грустненько, но ничего. Ой, ну тогда я сам себе напишу. О, отличная работа. Сейчас каждый сам себе напишет, давай так с другом поменяемся. Я не хорош в этом. Вот, блин, мы же в микрофонах. Знаете, что Жин сказал? Эй, все напишут сами себе. Давай начнем поменяемся. Ой, мы же в микрофонах. Сори. Так, кто первый читает? Можно я буду первый читать? Ага. Итак, название? Высшая награда. Высшая награда? Ага, Сан-Сан на корейском. Название награды? Ким Сок-Джи. Сан означает «высший» на корейском. Если вы это интерпретируете, получится «высшая награда». Я даю эту награду тебе, потому что кажется, что ты хочешь выиграть ее. О, божечки, спасибо. Джин, твоя очередь. Награда «лучший организатор». Ким Нам Джон. Что бы мы ни сказали, ты всегда суммируешь и организуешь то, что мы сказали. Это тебе. О, спасибо большое. Это уже похоже на обмен. Итак, название награды «фантастическая награда». Отправляется Джину. Твое лицо выглядит фантастически, поэтому я хочу отдать эту награду тебе. О, ты получил две награды. Фантастическую и высшую. Две награды. О! Ну, моя простая. Награда за отличную работу. Я бы хотела дать ее Шуге, который выглядит очень уставшим, но все равно ведет нас и делает все очень-очень ответственно. О, я думала, уже ни одну не получу. Вот, награда за отличную работу. Ты получил ее, так как усердно поработал, как МС. Молодец. Миленькая награда. А кто следующий? Следующий. Да, я прочту мою. Оу, Ви. Награда за улыбку. В 2018 году на V-Live и Run BTS этот человек выглядел таким миленьким и показывал топящие сердечки и улыбки. Это делало счастливыми участников и армии и заставляло их чувствовать себя счастливыми. И эта награда уходит Пак Чимину. О, Чимин. Так, Чимин, прочитай, пожалуйста, свою. Награда за MC. Ты усердно поработал как MC от Бантанов на многих лайв-шоу и проложил дорожку в светлое будущее для BTS. О, какая честь! И вторая награда. Вот эти двое уже по две награды сегодня выиграли. Джин и RM. Точно. Ой, блин, какое мое имя? RM. На самом деле, моя награда тоже для одного из них. О, правда? Давай-ка взглянем. Ну, думаю, это не я. Высшая, средняя, нижняя. Думаю, средняя награда. И она для RM. О-о-о! Идет так грустно. Мне сегодня было очень весело. Я так много наград сегодня получил. MC, лучший организатор и последний. Если наоборот ее произнесешь, звучит одинаково на корейском. О, точно. RM так много работает. О, польщен. Иногда я действительно такой, да. Давайте ему похлопаем, он заслужил. О, я так польщен. Это было прекрасное время, спасибо. Но мы не единственные, кто заслуживает награду. Да, верно. Хотели дать награду армии, которые и привели нас сюда. Хорошо. И мы должны дать лучшую награду лучшим фанатам в мире. Ну чё, какую награду им дадим? Как насчет армии награды? Армии? Да, это сделает ее более уникальной. Имя само по себе есть награда. Точно. Думаю, армия награда — это отличненько. Армия награда. Прям как Оскар. Имя само по себе очень много значит для нас. Армия награда. Итак, сегодня первая церемония награждения армии наградой. И победитель, который получает армии награду, это армия. Армия — это ярчайший свет для мира и BTS. Поэтому мы создали эту награду и вручаем ее вам. Поздравляем. Пойду унесу награду фанатам. Пожалуйста, иди туда и отдай награду армии. И милую позу прими. Хорошо, отлично. Поздравляем. Мы постоянно выигрываем награды благодаря любви наших поклонников. И этой наградой мы хотели бы выразить то, как мы чувствуем относительно наших фанатов. Армии, дорогие, поздравляем.